Всем привет! Nissan Juke, 1.5 дизель, там 10-11 год. Проблема приехала, человек приехал, заглушил машину, сел заводить, запускает двигатель, зажигание не включается, ничего не включается. Вот, лампы не горят, проблема выяснилась на замок зажигания. Замок зажигания сейчас возьмем свет. На синем проводе на замке зажигания должен быть плюс всегда. Его тут нету. Кинул напрямую от аккумулятора. Удалось автомобиль запустить, заехать на ремонт. Дальше поиски. Думал, тут. Там все хорошо. Проблема оказалась в следующем. Предохранитель отвечает. Вот этот вот за зажигание. Вроде там и фашин называется. Так, а проблема в следующем. Корпус воздушного фильтра. Перетер провод. Тут вот розовый. Видно. Это как раз идет на контактную группу. 30-й контакт. Дальше он меняет цвет на синий. Вот. Ну, короче. Проблема банальна, ну, скорее, какая-то конструктивная недоработка, что фильтр херачит по этому проводу, то все плотненько, хорошо. ДТП не было, автомобиль. Ну, запаяю, поедем дальше. Так что, если что, мотайте на ус.